Кишинев. Привет, Вадик. Привет, Толик. Саше привет. И всем из Кишинева привет. Вот здесь я в центре Лос-Анджелеса, возле Staples Center. Мы сейчас идем смотреть хоккей Kings, Лос-Анджелес Короли и Нью-Джерси Дьяволы. Просто решил вот выйти немножко пораньше, посмотреть, чтобы показать вам все, что здесь происходит. Вот как ты сам видишь, погода здесь не зимняя. Сейчас 30 октября, но погода неплохая. И вот сейчас мы стоим возле Staples Center, сейчас я буду вам показывать. Это стоим вход в Staples Center. Здесь рядом другой театр, называется Club Nokia. И здесь всякие вот экраны, когда идет хоккей, здесь показывают на улице, чтобы люди могли смотреть, кто не идет. Бары, всякие ресторанчики, клубы. И все, сейчас начало шестого. Хоккей начинается в 7.30, так что у нас еще есть пару часов. Сейчас пойдем немножко посидим в баре, пару дринков, выпьем пару пива и пойдем смотреть. Как говорится, продолжение следует.